Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами iPhone 13 Pro Max. И сейчас мы поиграем на данном телефоне в игрушку Clash Royale. Посмотрим, как она здесь работает. Хорошо ли телефон с этой игрой справляется? Я думаю, конечно, он без каких-либо проблем... колоду нужно создать. Я думаю, телефон без каких-либо проблем все потянет, но в случае, если у него как-то не получится, то это будет очень странно. Я уверен, что у него все получится. В боевой колоде должно быть 8 карт. Открывай сундуки, чтобы... Ладно, хорошо. Так уж и быть, мы получим новые карты. Нужно было их пооткрывать, я думаю. Я не подумал об этом. Хорошо, что у меня есть несколько гемов, чтобы по-быстренькому их открыть. Аккаунт абсолютно новый, и мы будем его прокачивать. Так что, если вам интересно, то также подпишитесь на канал. Мы снимали еще другие игры. Мы играли в PUBG, в Brawl Stars, в десяток разных игр, во что только захотите, там по типу стендов, Minecraft. И другие проверяли этот телефон в каждой из игр, так что я уверен, что вам понравится. А мы уже будем идти в бой, как раз таки все уже открыто. И давайте начнем. Надеюсь, мы не проиграем, но я не думаю, что я проиграю каким-то образом, каким-то чудом. По идее, это уже не бот, но это какой-то новичок. Или если это не новичок, то мне будет немножко больно. Не похож на новичка, потому что играет неплохо. Интересно, со стрелами было, я бы не бросал стрелы на самом деле. Давайте фаербол кинем. Ой-ой-ой, нужна срочно мини-пека. Хорошо, мини-пека там совсем справится, я надеюсь. Я надеюсь, она немножко затанчит, и моя башня за это время убьет мух. Да, прекрасно, вообще идеально. Давайте, как и он, бросим сюда стрелы. И будем просто ожидать, пока наш эликсир восстановится, потому что идти с маленьким количеством эликсира не хочется. Давайте так сделаем. Здесь отвлеку. Да, я отвлек. Прекрасно, а здесь бросим мух. И, честно, я не знаю, что мне делать. Давайте лучниц брошу. Хорошо, получилось не наихудшим образом. Давайте еще бросим рыцаря на случай, если он сейчас добросит мушкетера, чтобы он танчил понемножку. И сейчас он бросит здесь мушкетера, да, а мы здесь бросим мини-пеку, потому что у него эликсира по нолям вообще. Ему не будет чем это дефать. Мини-пека сделала тычку. Этого с головой достаточно. Давайте здесь брошу лучше мушкетера, чем стрела. Потому что мушкетер может что-то дальше добивать по типу вот этого чувака. Давайте побыстрее гиганта бросим. И я думаю, фаербол лучше тут бросить. Но давайте подождем, пока там что-то произойдет. Смотри, пока все хорошо. Я думаю, мы победим здесь. Хотя довольно-таки напряженная битва. Парень играет неплохо играет. У него прям обе башни по нолям. У меня у одной башни, ну, слабоватенько. А, все. Это поражение для него. Уже 100%, раз он не решил не дефать эту башню. Потому что даже если он это заберет, но я сейчас вторую башню добираю... без проблем. Смотрите, я бросаю здесь гиганта, здесь же бросаю мушкетера. И это для него поражение. Можем даже еще лучниц добавить. Да, первая игра прошла прекрасно. На телефон понятно, что игру тянет вообще без каких-либо проблем. За такую стоимость он должен, не знаю, еще читы сюда добавлять, но понятно, что этого не будет. Это шутка была. Нет, не хочу. И погнали опять в бой, пусть сундук себе открывается. Будем этот аккаунт, как я говорил, уже понемногу улучшать. У парня уже второй уровень, и меня это пугает, потому что у него могут быть какие-то улучшенные карты, которые мне не под силу, у меня самые-самые стоковые.
Ой-ой-ой. Давайте сделаем так же, как и он. Что? Он типа сдался? Мне кажется, он только что сдался, раз он стрелы на себя бросил ее. Или он мискликнул. Вот в чем вопрос. Сдался ли он? Мне кажется, да. Мне кажется, он решил, что все, до свидания. Не хочу рисковать. Я подожду, пока у меня наберется войско, и тогда пойдем на него. Хотя, если он сдался, это грустно довольно-таки. Я бы хотел с ним побороться еще. Нет, он не сдался, смотрите, прекрасно. Так намного интереснее. Думаю, сейчас мой гигант подойдет поближе. Можно будет тут кинуть мушкетера. И тут можно будет кинуть мини-пеку. И сюда можно кинуть стрелы. Я не попал по мухам. Вот это очень больно, что я не попал по мухам. Было бы намного приятнее по ним попасть. Давайте бросим здесь рыцаря. И мушкетер с рыцарем заберут уже его башню наверняка, я думаю. Если что, докинем еще фаербол на помощь. Нет, они и так уже заберут. Хорошо. Я думаю, сразу будем гиганта сюда бросать. Пока можем. Лучше не расслабляться. Добрасываем миньонов. Гигант на себя танчит. Там мушкетер уже главную башню за это заберет. За это время, я имел в виду. Так что да, это уже стопроцентная победа. Сколько там еще мушкетеру осталось? Несколько тычек. О, мне кажется, остались фаербол и стрелы. Давайте подождем. Фаербол. О, нет, здесь очень слабенькие фаербол и стрелы. Очень слабенькие. Я думал, тут сильная Аня. Я что-то забыл, что здесь у меня первый уровень, и они так мало сносят. Так что нужно еще постараться, чтобы добить эту башню. Хотя, мне кажется, он уже смирился. Да. На этом моменте мы будем заканчивать. Больше видео про этот девайс ищите у нас на канале, так что обязательно подпишитесь. Мы его распаковывали, тестировали камеру, играли в игры. Ну, что мы столько с этим телефоном не делали? Ставьте лайки и всего хорошего. До свидания.